субботу в Самарской области переменная облачность без осадков. Днем плюс 2, плюс 4 градуса, ночью 0, минус 2. Ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. В Сызрани малооблачно, днем плюс 4, в темное время суток минус 1 градус. Юго-западный ветер 4 метра в секунду. В Тольятти ясно, в дневное время плюс 4, ночью 0 градусов. Юго-западный ветер 5 метров в секунду. В Самаре солнечно, днем плюс 3, ночью минус 2 градуса. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. Атмосферное давление 768 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 74%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом gismeteo.ru.